Привет, друзья, с вами Кеник, мы отправляемся на рейд. Так, я уже забыл, кого мы там, Властелина не кольца, а четырех каких-то чуваков. Виталика, Саша, биосистема какой-то и сам Властелин. Ладно, чуваки, походу, идут в онлайне, поэтому давайте выходим, проверим Властелина. Топор пока нет, топор пока не брал. Возьми, если есть место. Я взял обычные топоры. С ребятами мы немножко оделись. Ходим мы к Одину, одеваемся. Это все надо тоже делать. Так, Властелин. Властелин у нас находится с самого низу. Это хорошо, 8 энергии. Давайте, ребята, побежали. Побежали. Ждем Вадима и выходим. Так, 5 отмычек таких, 5 таких. Но это для начала, потому что мало ли могут там завалить, да, либо еще что-нибудь. Поэтому мы воздержимся и, если что, сходим туда и обратно. Все, ждем Вадима и погнали. Так. И еще с рюкзаком для большей вместимости. Заходим. Ну что, батюшка Властелин? Так, жду всех на глобале. Что-то все-таки решили атаковать. Ой, да-да-да, ребят, мы пришли к вам. Сюда приходите, давайте кучнее. Что там они пишут? Лупим. Вадим, ты не лупишь, ты стоишь, смотришь. Блин, зря, конечно, я эту сторону бью. Стоп. Дальше лупим. Мы лесорубы. Ух ты, привет. Ух ты, привет. Вот сюда. Да, я тоже так думаю. Подожди. Так, они ящики здесь поставили. А вон они, смотрите, вон они сходят. Вон чуваки. Держите на мушке. Отойдите. Стоп, машина. Так, поменяю магию. Оглушение поставлю. Так. Смотрите, что пишут. Так. Смотрите, что пишут. Ладно. Так. Тут можно... Дайте-ка я посмотрю, что здесь есть, чего нету. Да, везде требуется топор. Не подпускаем к луту, ни в коем случае. Убили, отлично. Я рублю сюда. Рубим быстрее, он не успеет поднять его. Рубим! Еще! Он его поднимает. Еще. Их трое, смотрите там. Быстрее, что они там стоят? Атакуем. Атака, ребята, атакуем. Блять, что ты уперся-то? Ладно, этому жопа. Следующих, они не успеют выйти. С посохом, отлично, иди сюда, братишка. Минус. Нижнего забираем. Спринта нету, нифига. Забирай. А, вышел с игры. Что у чуваков там? Подожди, кучнее держимся. Забрал посох. Топор забираю. А вон бежит еще один. А, ладно, это труп. Не бей. Не бей, он бомж уже. Мясо, топор. Давайте туда ломаем. Кучнее держимся. Вадим, твой выход. Только вот я не знаю.
Вот сюда давай, наверное. Да, наверное, где-нибудь вот здесь, что ли, да. Руби. А где кутяночка? А, тут все. Во-во-во-во. Держите, держите его, чтоб лут не подрезал. Вышел. Стойте, якутяночка, держите тут. Стас, это тот был, который вышел. Значит. А, я понял. Ладно, приходи сюда. Ну что, проб... Блять, не туда нажал. Ладно, пробуем. Но мне кажется, мало, не тут. Еще надо ломать. Забираем, забираем кожу, веревку. Давайте здесь. Вадим, брал топор еще один? Так, тут дерьмо. Нет, да? Блин, надо туда. Надо туда. Хоть и много у нас кожи, но веревка. Смотрите, пацаны что пишут. А, давай, Вадим, у кого энергии больше? Берите, чего вы лут не забираете? Преподношения все забираем. Один тут. Я понял, держи его в курсе. А, так, топоры пока скидывайте, да? А, Вадим, бежи, бежи домой. Сделай еще один топор. Целый. Сделай. Я пока поломаю здесь все. Говорит, что засыкали? Не, пацаны, мы не засыкуем. Если вы нас смотрите, поставьте локосик и скажите в комментарии, где был топ-лут, если мы его пропустили. О, смотрите, здесь даже у них что-то еще есть. О, что? На. Что ты говоришь? А вон они двое стоят. Держитесь к луту. Где они там? Так, давай, Вадим, ждем тебя. Здесь у них видно на квадрате там то, что там нету ни дверей, ни окон, поэтому не будем туда вообще двигаться. Один раз. Так, и вот тут еще пробить надо. Да, здесь уже пусто будет. Блин, ну за ними можно просто угорать. Да, конечно, не угорает, ничего не парьтесь. Давай, 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 Вадим, иди. Сколько взял топоров? О, еще аутецкий тут. Там валяется. Случайно снег будет. Ну да, кстати, здесь тоже. Давайте все дружненько. Лесорубы. Ой, смотрите, тут вообще капец. Ваше домашнее поселение такого нам. Кто-то на нас покушается. Ладно, мы пока здесь. Один дел, да? Подождите, кучнее держимся, кучнее, кучнее. Лесорубы. Все, давайте, ребят, сюда поближе сходим. Руби центр. Руби через дверь. Не переживай, сейчас удушу, они бомжи. Алло, привет. Так, ну что, пацки, открываем здесь. Пусто, 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 пусто. Смотри, они куда пишут, смотрите, чат, куда они пишут. Ладно, пускай валяется, блин. Ладно, еще здесь пробьем. Смотри, что пишут донатеры. Ребята, мы не донатили ни разу. Мы просто играем.
Кучнее держитесь, кучнее. Сейчас, может, чуваки прибегают, прибегут их. О, я думал, ты в этой толпушке у нас. Не-не-не-не-не. Ладно, можно к вам гости. Нет. Сейчас я тебе скучно будет. Так, я не знаю, здесь еще что может быть. Я говорю кучнее, ребят, кучнее. Блин, ну ладно, пробую здесь открывать. Нет, не все, хотя бы один надо. Блядь, да какие-то камни кончены. А чё кто-то... А где у нас еще один наш чел? Похоже, в этом домике надо убить. Вот, чё. Я его убил. Чё у него? Нет, он... Домик. Ну что, открываем здесь? Надо сломать. Подходим. Думаешь, тут? Он тут был, тут еще человек. Да? Ну ладно, пофиг, хоть что забираем, блин. Чё за фигня? Это у меня зависло что-то, ёпта мать. Какого хера? Закрытие игру отмена, вот все нормально. А, что делаем? Что делаем? Ты все притащил. Блин, они может. Давайте туда вниз сходим, реально. Там еще что-то, их еще база. Давайте сюда. Тут вот же. Блин, да тут неизвестно, где они тут что еще закрыли. Джамиля, останься тут. Нет, не надо, иди да. С нами, иди с нами. А, там чел или что? Нет, просто видишь, чтобы посмотреть, ну что, если чел придет, она же убила его. Хе-хе-хе, где же они все, а? Чел пишет, тратить топоры, я все равно бомж. Да ладно, потратим топоры. Нам не жалко крафт. Но мне кажется, еще надо, еще ломать вот сюда где-нибудь. Эх! Вот, слышишь, дляпать дверями. О, крепкий топор. Вот это центр, наверное. Да, крепкий топор уже. Бля. Фу. Вот, там лут, смотрите, он спалился. Он спалился, там лут. Эй, чел. Где тогда я тебе напишу? Вон кто-то идет, смотрите. Не убивай его, не убивай. Пускай они типа заходят домой, а мы как раз залутаем. Вот, пошли, пошли, пошли. А сейчас двери нам откроют. А типа резко зайдешь? Да. Виталик, этот сумку забирайте у него. Смотрите, он нам сумку принес большую. Вот этого Виталика. Вот, сумочка, хорош. Какая большая? Да, да, да. Вот он, сука. Не успел его. А, что, мне сам? Ты за топором, что ли? Что? Да, 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 давай за топориком быстрее. Я побежал. Блин, чувак еще так написал, добей. А он, знаешь, такой, добей, пожалуйста, не хочу я жить на этом свете. Я два возьму. Давай, да. Ну, они все не смогут его нанести, да.
Давай, Русел, ждем тебя еще разок. Сумочку потерял. Одел кто-нибудь сумку? Одел, вижу. Ладно, камни, ресы. Вадим вроде говорил. Смотрите, договориться хочет. Раньше надо было. Что он думал? Давай, заберем, да, и еще не уйдем. О, смотри, голубь, тихо, тихо, тихо. Вон валит. Что такое? А, ты прорубил? Отлично. Короче, смотрите, он спалился тем, что хочет... У него здесь металлические пластины, да? Био, перепищи. Стоп, стоп, стоп. У них нету каменных. Вот это фартануло сейчас, серьезно. Так тащи сюда, они где-то что-то пишутся. Блин, я просто не могу понять, может они нас типа на понт берут? Вадим, было у него что? Вот, тут что-то у них, что-то тут. Вадим, они не скидывали пластины? Скинул? Сколько? Они что, пластины скинули? Стас, тебе отмычки захватить? А... Ну давай, блин. Пять я просто беру. И две ключи. Стой, я тогда открою здесь. О, отлично, я забрал смолу. Пластины тоже забираю. Сколько смолы? 20. Ну, нормально, 10 луков. Я уже думал, мне пизда полная. Пишет. Это он написал? Это он написал. Где вот такой лут взяли, пишет? Заходим, заходим. Бля. Давай напишем, покажите свой дом. Поздно. Бежит опасный топорик. Ой. Ой. Блять, умрет скоро. Нет, не умрет. За шо? Так, смотри аккуратно. Блять, закрыли меня. А вот. Все нормально. Зачем? Нет, топор тут уже не нужен. Это уже не нужен тут. А, давай, наверное, Русел, что-то тут еще может пооткрывать. Что нам надо вообще? Давайте договоримся, может. Ясен. Есть. Бега других. Не знаю. Ломайте нас полностью, смотри, что пишет. Клены мы уходим. Давайте, нам еще смола нужна. Нету. Ладно, Русел, иди сюда. Подождите, сейчас добазаримся. Может, не надо ничего тратить. Сюда иди, мразь. В Италии. Смотри, что пишет. Поебал трясану гандо. Сейчас, подождите. Алло, Зай, да.
Привет, видос записываю. Ну хочешь едь. Я потом подтянусь, если что. Ну добрый, добрый. А ты что там уже заканчиваешь? Я уже закончил. А, ну хорошо. Я понял тебя. Хорошо, добрый. Да. Да нет, конечно, чего мне обижаться. Так. Ну. Ты думаешь, что они нам сейчас выдадут? Они взяли выхлеба, сейчас слушай. А мы пока время тратим. Так, хорошо. Русел, открывай тогда. Не будем тут. Открывай вот эту. Вот эту. Открывай, открывай. Дал 20 пластин. Я знаю, что он дал 20 пластин. О, полоски забираю. Перья. Перья там тоже нужны. Кости тоже берем. Блин, дерьмо. Да, она... Пошли кто в доме? Пошли, пошли, пошли. А может вот здесь еще? Да, смотри. Топоров нет уже, все, и кутяночка, все. Я все, все, все сломал. Давай попробуем. О, вот. 4 смолы. Я забираю, стакаю. Еще 2 смолы. Забираю. Забирайте известняк, потому что нам надо на улучшение. Давай. Дерево. Блин, а. Ну фига, вот туда, наверное, пойдем. Ну давай. Якутяночка, сейчас я могу сделать топоры. Че они тебя закрыли? Не тратьте лук. Вот в этих комнатках. Блин, хер вас знает. Что делать? Этот пустой. Так, ладно, ребят, давайте туда еще сходим. Давайте здесь, может, еще поковыряем. Я, если честно, не знаю. Ну, дома, да, есть еще Нет, здесь реально нифига нет толкового. А, и кстати, тут еще один домик. Где? А, вот, не знаю, где. Туда, не сюда, вот сюда. Якутяночка, иди сюда. Вот он. Ага. Там вот и вот так посерединке. Так, подожди, я сейчас крафчу топор. Не, Вадим, давай через дверь. Да, не бомбит уже. Что-что? Он уже бомбит. Ну, блин, я не хочу лук свой тратить. Давай сюда дальше. Хочешь меня ломать? О, крепкий топор. Че, рисковать? Не-не-не, пока не надо. А ты взял? Да, у меня есть.
Так. Ой, вот это тут тоже у них что-то есть. Видимо. Давай возьмем. Сейчас я крафчу попутно, крафчу топоры. Че не дал свой ритуал сделать? Да, здесь что-то везде требуется топор. Однако странно, да? А, и тут, да? Давай с другой стороны. Вот это первая стенка, потом еще следующий вот идет. Да? Ладно, Русел, давай где-нибудь ломай. А, вот прям сюда, да. Подожди, давай мы по кругу еще сбегаем. Ой, прорубим точнее. У меня еще есть тут... Блин. Не, все, наверное, это будет чисто. Вот, сюда уже. Хотя они, может, где-то везде здесь по кругу все сделали. Опа-на. Вот, вот каменка. А, тогда смысл, наверное, нет. Тогда смысл, давай вот здесь еще прорубим, здесь. Вот здесь, вот смотри, он где стоит, он недалеко стоит. Где у них вообще это? Где у них вообще... Русел, руби. Да. Вот здесь, я ж тебе стою, смотрю, вот в упор. А, он здесь. Блин. Руби. Кувалда. Да, донаты, понятно. Эх. Каменную пацаки базу сделали, да? Да, все, у них там вся суть. Ладно, забираем все остальное, валим отсюда. Ладно, полетели туда наверх. Неудачный рейд, ребят, получился у нас. Каменную комнату валят. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лукасы. И я надеюсь, что мы достанем эту кувалду Одина и придем в гости разносить абсолютно все. Или здесь еще поутаем. Но здесь да, улучшенные отмычки нам надо. Я знаю, что это очень затратно, но можем взять в комнату. Нет, там ее не будет ничего. Окей, давай, возле тебя сундучок. Ладно, ребят, последний сундучок. Да. Сундук с мясом, с едой. Похлебку забираем. Это все забираем. Ну, веревки нам пойдут. Веревку, да? Кожа. Да что-то мы вообще какие-то кожаные рейды все время делаем. Жесткие. Забираем все, забираем. Сейчас тут попробуем. Где? Да не трать ты этот лук. И так, наверное, уже половину все сломали. У меня улучшенная отмычка осталась. Улучшенная. Давайте тут. Русел, давай тут. А, у меня все кончено. Надо домой. Смотри, что я кусяночки сделал. А, вот там лук. Я же говорю, что тут лут есть. Открываем. Вот, тут оружие по-любому есть, да? Не-не-не, бинты. Забираем все. Осторожно, сейчас двери закроются, он выползет. Все, хана, я кутяночки там остался. Ну ладно, надо... Надо просто выйти, зайти.
Ну ладно, еще тоже как бы в принципе. В принципе, жалко. Какой спасибо, топ у него? Какой топ у него там? А, что у него было? Ты забрала лут весь? Боба, одна отмычка. Эликсиры. Ну ладно, тут уже. А какая отмычка? Очень или сейчас она выйдет, и лицо игры выйдет сейчас. Еще много не влазит. Давай открою. А как ты откроешь? Тут же закрыто все. При помощи топора. Да ну, это затратно слишком. Самое ценное, бери самое ценное. Вообще повыкидывай. У меня крепкий топор. Не надо, не надо он тебе. Смотри, будь здоров. Ты чё, блин, делаешь? Что, дурные? Так, там стоит обычный, да, ящик? Там стоит обычный ящик. У якутяночки крепкий топор. А, давай, пускай вот... Вот смотри, он ползет. Он ползет, да? Он попробует, наверное... Блин, что было, чтобы он подошел здесь и открыл? Давай напишем, открывайте, и мы уходим. Вода точно нужна. Что? Гвозди 35 штук? Обалденно. А что ты эликсир скинул? Я воды взять попить. Пошли. Эх. Топоры три штуки? Тогда ломай. Ломай тогда стену вот здесь. Пофигу. Все равно халявная. А, метательные. Не, метательный не айс. Вот, зашел. Выходи, выходи, он зашел. Че ты? Убиваем его. Осторожно только, пускай... Там одежда была, да? Русил, что ты делаешь? Забирайте гвозди, забирайте. Я держу дверь, хорошо. Все, все взяли. Подождите, я лут гляну. Да, все взяли. Выходите. Смотрите, что он сделал, мне двери открыл. Становитесь кто-нибудь здесь. Стойте только в проходе. Все, забираем, забираем, забираем ловушки, бомбы. О, ясень, отлично. Отлично. Бомбы на мешок, метательно. Забираем быстрее, быстрее, быстрее. Так, 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 топор скину, это заберу, похлебку возьму вместо этого. Бомбы, бомбы, кожи у нас много. Так, все. Вот молодец, блин. Что ты сделал, а, братишка? Жесть, пацаны вообще нафиг сломались. Все, последний, кто выходите. СПС, братья, спасибо. Да давай я тебе дам по рогам. Ха-ха.
Ой, ну я бы, меня бы тоже бомбило на самом деле. Ты самый стрелка с донатеры. Умри. Ну все, ребят, уходим тогда отсюда, да? В принципе, забрали все, что хотели. Все, лады, уходим. Все, биосистема, не обижайтесь на нас. Мы потратили на вас луки, блин. А кто там заходит? Кто там заходит? Подождите. А, нет, тоже бомж. Все, домой. Вот такой, ребят, такая финальная концовка. Пацаны нам решили сдаться все-таки. И вот все, забрали. Зато вот эти ловушки мы будем использовать у Озина. Это реально помогает. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Приходите на стримчанские. Чао, какао.